Сегодня будем вам показывать распаковку холодильника. Вот она. Всех приветствую, дорогие друзья. Сегодня, да, у нас будет распаковка вот такого холодильника. Холодильник для автомобиля. Мы заказали его на Озон. Сейчас будем распаковывать и посмотрим, какой он там холодильник. Стоит он около 5000, 4972, по-моему, рубля. Ну, там немножко до 5000 не хватает. Так, вот здесь вот уже разрезаем. Царапай холодильник. Удобно. Так. Вот такая ручка здесь есть. Взял за ручку и пошел. Он легкий. Вот так. 4,5 килограмма он. Это электроситина тоже? Сейчас мы откроем его, посмотрим, что там есть внутри. Подожди, вперед. Там есть чипсы для меня. А, вон сбоку там что-то есть. Так. Ой, смотрите, тут есть вот это. А где тут это? Тут есть вот такая штучка. Вон она, вон, сбоку, на крышке все. Вон на крышке, сбоку, где-то на крышке. Да, а где сама сеть? Вот такая вот штучка. Розетка где? Ага. Подожди, маленько. Так, значит. Вот здесь, да, вот этот вот будет охладитель. Достанем. Вот здесь все. Так. Вот здесь прикладывается. Что? Что? Я ж нормально. Да, это для автомобиля. Да, вот этот. К автомобилю туда подключается, да, как куда там? Ну да, аккумулятор. Короче, ребята, вообще, короче, это подключается к машине. Теперь надо машину покупать, чтобы подключать вот это к машине. Почему? Потому что я сейчас вам объясню. Вот такой мини-холодильник. Мини-холодильник для автомобиля. Он стоит, да, я уже повторюсь. 5000 там копейки сдачи. От 5000. Я купила для своего бутика, который взяла в аренду, который я вам показывала. А большой холодильник для напитков. А большого холодильника у меня нет места, поэтому я решила вот такой маленький купить для напитков. У меня завтра физкультура. А куда смотреть надо? И решила вот такой маленький для напитков купить, для соков и напитков. Думаю, мне достаточно будет этого холодильника. В итоге мы здесь смотрим, что здесь не в розетку втыкается, а именно в машину. Вот такая вот. Теперь мы смеемся. Теперь что? Теперь надо покупать машину, чтобы подсоединять этот холодильник к машине. Что мне сейчас с ним делать? Куда его подсоединять? Теперь нужно покупать машину, автомобиль, чтобы подключать холодильник к этой машине. Больше ничего. Сейчас как вообще? Вот это я... Ай, лоханулась, как говорится. Ну, теперь будет стимул купить машину, чтобы мой холодильник был. Не надо грязных волосов. А, вообще, как же. Ребята, может быть, подскажете что-нибудь, как-нибудь, что делать,
Может быть, здесь отрезать и сделать вилку обычную в сеть. Можно так сделать или нет? Может, кто-то знает, у кого есть автомобиль? Вот это куда подсоединяется? Куда? К аккумулятору или куда? Я вообще не знаю. Зато вот счастливая, довольная. Думаю, здесь где-то бутылок 20 поместится. Охлажденный соки летом. Отдыхающие приезжают на курорт и соки, водичка продавать сюда нормально. Мне хватает 1-2 бутылки вытащил, опять добавляешь. И это хватит мне. Так, что теперь делать? Автомобиля, куда можно его, в какой сети воткнуть вот этот вот провод? Я не знаю даже, что сейчас с ним делать. Ну, зато купила. Сейчас у меня есть холодильник. Ладно, будем приобретать машину. Вот. Спасибо за просмотр. Я вам не сказала, да, это получается вот такая. Мобикул. Вот, пожалуйста. Мобикул. Холод для автомобиля. Так, вот все, видишь, тут все показано. Для автомобиля 12 вольт, что ли. Ну, в общем, вот это все вот здесь вот. Здесь также вот прикладывается вот такая вот книжечка. Нет, это не надо. Так, вот здесь все прикладывается. Сейчас посмотрим, что здесь у нас тут. Инструкция. Все, вот это сейчас я посмотрю внимательно и решим, что делать. Ладно, друзья, спасибо за просмотр. Всем мира и добра. Спасибо, что смотрите мой канал. Всего доброго. Ребят, прикол в том, что на последние деньги я купила вот этот холодильник, заказала с Озона. И он приходит со штекером для автомобиля. Автомобиля у меня нет. Штекер для автомобиля. Я планировала, что там будет вилка, все эти от сети будет работать. Заказала себе холодильник. Думаю, мини-холодильник такой, как для автомобиля. Мне достаточно будет в моем бутике продавать напитки, да, какую-то часть напитков туда складывать. И людям летом прохладные, прохладительные напитки я буду продавать. Ребята, всем привет! Смотрите, апельсиновый рай, вернее, мандариновый. Смотрите, что мы на сборе мандарин. Там тоже ящики стоят. Вот, пожалуйста. Столько здесь вокруг деревьев. Такой вот сад. Нам нужно все это собрать. Друзья, всем привет! Я у себя на работе в своем вот этом вот бутике, закутке, как говорится, получила посылку с Озон, заказывала мешки бумажные под чай. Опять-таки я их уже вскрыла, посылку распечатала, потом думаю, надо же все-таки показать. Полиэтиленовые чай стоит. Я хотела сделать в бумажных мешках. Вот они чаи. Вот уже только что вскрыла пакет этот с Озона. Вытащила вот такие 20 мешков. Я заказала, я нигде не могла в Абхазии найти. И в Адлере тоже, может, где-то было, но я не могла найти. Заказала в Озон. Получается 20 вот таких вот. Вот таких вот 20 мешков заказала. Ой, сколько же я заплатила. 1000, чуть больше 1000, 1200, по-моему, не помню уже. Они вот такие вот трехслойные или четырехслойные. Вот такие вот они. Видите, по-моему, трехслойные они. Вот такие вот мешки.
Я хочу сейчас вот в них чаи. Вот в эти мешки сделать, чтобы было красиво. Сегодня вот такая вот прохладненькая, конечно, погода. Дождливая. Но сейчас дождик уже прекратился. На завтра тоже обещают такой прохладный ветер. Все-таки море рядом. Вот там море. Вот там море. Люди гуляют. Отдыхающие 1, 2, 3 человека, в принципе. Ну, так вот такая вот тишина. Ну, и мы, конечно, стоим в надежде что-нибудь продать. Надежда на торговлю. Вот такие вот дела. Тут я немножко прикрыла, потому что птички, ну, чтобы не запылилось. Вот так вот у меня все. Здесь дождь был, поэтому я сильно не вынесла на улицу. Так, ну вот, в принципе, мешки очень хорошие. Мне они очень понравились. По размеру прям такие вот, смотрите. Хорошие очень мешки. Я эти мешки с чаем вот туда буду делать, вовнутрь. Сейчас я сдену очки, потому что там люди ходят, и мы их... хочу. Сколько здесь слоев, хочу посмотреть. Так, 1, 2, 3-слойные мешки. Толстые, хорошие. Прям я очень довольна вот этими мешками. Такие, какие я хотела, не могла нигде найти. На Озоне я нашла шикарные мешки. Ну, для торговли кому, да. Кому надо для торговли, вот это самое. Нигде не могла найти. Теперь мне их нужно будет красиво подвернуть. Сейчас я буду, не знаю, хочу вот эти все чаи сделать сюда. Ой, они же стоят у меня несколько дней здесь, эти мешки. Все никак у меня руки не дойдут, чтобы их сюда укомплектовать. Не знаю, как мне сделать так. Надо как-то еще мешок красиво подвернуть. Вообще не знаю, как быть. Сейчас я буду вот это, мне нужно как-то красиво подобрать мешок. Красиво. Все было красиво, аккуратно, понимаете? Я поэтому и заказала вот это вот, чтобы было из целлофановых пакетов. Когда все красиво, аккуратно, глаз владеет. И люди больше тянутся. Вот так вот надо подогнуть мешочки. Сейчас будем пробовать. Пока торговли нет, сейчас хотя бы что-то сделать. Вот так вот подогнуть. Надо побольше. Подгибать мешки — это тоже не простой труд. Вот этот, конечно, мало, надо побольше такой творог делать. Это не так просто. Ну, давай сейчас, давайте я попробую. Сейчас как хотя бы вот так поставлю. Главное вот это. Посмотреть, насколько мне надо его вернуть. Я не знаю, как мне сделать. Высыпать с пакетов чай туда, в мешок. Наверное, надо высыпать, да, с пакета целлофанового примерно, чтобы он заполнял весь мешок. Сейчас я попробую подогнуть. Побольше. Ну, в общем, вот так вот я смогла подогнуть. Это такая волокита, оказывается. Он так тяжело подгинается, чтобы был ровно. И вот этот чай я сейчас просто высыплю, чтобы в этой целлофане не держать. Он, во-первых, не дышит. Я сюда сейчас высыплю. Так, сейчас. И в итоге все сделаю так же. Мешки потом потихоньку. Хотя я сидела целый день, сейчас только надумала это делать. Мне охота была. Сейчас мы вот так вот высыплю его.
В бумажном пакете, во-первых, оно дышит. Во-вторых, это экологически чистый материал. И красиво. Счастье. А потом сделаю все вот эти мешки красиво и покажу вам, как оно будет. О, классно. Как говорится, первый пошел. О, как здорово. Вот так вот классно получается. Так, мешок. Здесь у нас, сейчас я возьму. Высыпала чаечек. Кстати, чай. Вот этот вот букет Абхазии. Смотрите, какой классный чай. Смотрите. Тут шафран, василек на основе черного чая. Очень ароматный, вкусный. Смотрите, какой красивый. И в мешке вот так вот он красиво смотрится. Вот, а было у меня вот так вот. То есть у меня, ну вот здесь у меня сушеная фейхоа моя стоит. Вот такая. Вот это вот сушеная фейхоа. Ее можно и так просто пожевать. Она как долгоиграющая с кислинкой. И в чай положить. В общем, вот так у меня сейчас чаи все в пакетах стоят. Потом оцените. Друзья, ну вот, отмучилась я, кое-как поназаворачивала. Заворачиваться несложно. Ну, в общем, вот так у меня получилось. Сейчас вот издалека покажу. Вот так вот бумажные пакеты стоят. Ну, как бы, оно все равно в пакетах, оно более так презентабельно выглядит. Вот, вот так вот подошел. Вот они, пожалуйста, бумажные пакетики. Все красиво, цивильно. Вот здесь у меня в этом пакете сушеная фейхоа. В этом пакете оставила, потому что их мало. Дома еще есть такой же мешок. Но оставила для себя уже, для своей семьи на зиму. Вот такие вот чаи. Я так красиво. Это молочный улун. Тоже бы небольшой мешок, поэтому я его не стала в большой бумажный сыпать. Это гранатовый браслет. Вот это вот тоже букет Абхазии. Тысяча и одна ночь. Энергия жизни. Ароматный очень чай. Вот такой чай тоже горный. Это черный и зеленый классические обычные чаи. Это наглый фрукт. Это листья фейхоа. Белый чай, так называемый, очень полезный. Очень полезный. Ну, вот так вот у меня вот получилось. В целлофановых пакетах, в полиэтиленовых, вроде бы как чай видно было, да, что внутри. Ну, а так более цивильно смотрится. Все равно аккуратненько. Я думаю, так будет лучше. Потихоньку так вот навожу порядок. Готовимся к Новому году. К Новому году будут, должна быть, обещается, все-таки торговля получше. Праздничные дни, будет очень много народу. Вот. Так что надеемся, посмотрим. Друзья, всем мира и добра. Подписывайтесь на канал, если понравился мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока. Вот так, ребята, собираем мандарины. Вот я на самом верху. Вот оно уже небо. Вот так вот. Таким секатором их срезаем. Их рвать ни в коем случае нельзя. Только срезать вот так на секатором. Вот. Стою вот на такой высоте. Вот она лестница. Короче, вот такая вот я тут в этих дебрях с секатором. Вот на такой высоте, на такой высокой лестнице я стою. Сама себя, конечно, снимать очень неудобно. Ну, в общем, вот мандарины вырываю, собираю мандарины. Это, конечно, жесть. Ну, вот так ведрами собираем и носим. Вот. Уже деревья собраны. Здесь вот еще
себе вот, видите, вот, ящики. Такие мандаринчики.